если конкретно на водных клопов особо не повлияло, потому что большинство из них мало чувствительны каким-то антропогенным воздействиям. Так что, возможно, наоборот, прожитие канала дало им какие-то дополнительные места обитания. Потому что зачастую они неплохо живут в искусственных каналах, в каких-то канавах и искусственных прудах, то есть зимуют в них, так что... А какими путями, собственно, проникают морозильные вирусы? Просто не спят? Что-что? А как проникают морозильные вирусы? Дело в том, что большинство водных клопов неплохо летают, поэтому я думаю, что... на самом деле нельзя сказать, что они совсем хорошо летают, они могут перелетать с места на место, с одного типа биотопа в другой. А во-вторых, наверное, либо вниз по реке, либо распространяются вдоль по побережью. То есть... А можно как-то вот по инвазионным находкам это вопрос? Дело в том, что... Что точка Т.И. как-то очень интересно, как она туда попала. Вообще, если говорить о виде Сигара-Мари, собственно, про него рассказывали, как про него писалось про голофильный вид, который распространяется по побережью. Вот. По моим данным на территории Украины, да, действительно получается, что его распространение привязано к побережью, но назвать его голофильным я бы все-таки не говорила, потому что он встречается и в пресноводных биотопах в достаточном количестве. То есть я бы скорее говорила, что про него как про галотолерантный вид, но привязан. А в чем связана его привязка именно к побережью, это сложно сказать. Ну то есть непонятно, как у нас распространяется. То есть сам наш распространяется. Не с балластными водами. Нет. Я думаю, что это просто вот общее продвижение его на северо-восток. А, можно ваш слайд, там где виды, которые вы определили? Тут два слайда, которые вас интересуют. Ага, нет, я просто не заметил в отношении, мне показалось, что... Нет, они там есть. Ага, спасибо. И только два вида вообще в Украине, да? Да, в Украине, да. Не два, что я говорю. Еще на Украине на коннекторе ТЭА есть. И, возможно, на тоннекторютере. Насчет на тоннекторютере я точно не